Запуск портала «Мое онлайн» состоялся 1 апреля 2007 года. Тогда появились первые новости и первые конкурсы. Поначалу посещаемость была невелика. Всего около 1000 человек в сутки. Портал постоянно менялся, появлялись новые тематические разделы. Но основным направлением были выбраны новости и общение воронежцев. Портал «Мое онлайн» неоднократно становился лауреатом конкурсов среди интернет-проектов. Со временем портал выходит в офлайн, организует массовые мероприятия. Например, на 5-летие сайта был проведен масштабный флешмоб с участием более 200 человек. Сегодня статистические показатели портала стремительно растут. В сутки мы имеем более 40 тысяч уникальных посетителей. «Мое онлайн» занимает топовые позиции в рейтингах электронных СМИ. Теперь электронная версия «Мое» есть и в других городах Черноземья. В Белгороде, Курске, Липецке, Тамбове. Постоянно появляются новые разделы. Так, за прошедший год у нас появились объявления, каталог организаций, где представлены практически все компании Воронежа. Реализованы узконаправленные, но масштабные спецпроекты, такие как Олимпиада 2014. Этот проект принес нам 75 тысяч посетителей только за одни сутки. Проекты прочно связаны с современными жизненными реалиями и затрагивают животрепещущие темы, к примеру, поджоги автомобилей в Воронеже. У нас появились новые рекламные возможности. Во-первых, брендирование, то есть оформление подложки сайта в фирменном стиле компании. Далее несколько видов контекстной рекламы в новостях. Такая реклама очень эффективна, поскольку ваше объявление увидят те посетители, которые являются вашей целевой аудиторией. Кроме того, совершенствуются стандартные рекламные возможности. Например, при размещении новости к ней можно добавить фоторепортаж или видеосюжет. Также вы можете транслировать видеопередачи на страницах портала. Развитие портала в социальных сетях дает новые возможности для привлечения клиентов. Например, в официальной группе ВКонтакте у нас более 32 тысяч подписчиков, и любая новость нашего портала может дублироваться в группу, привлекая дополнительную аудиторию. Портал продолжает развиваться и предлагает множество нестандартных решений, таких как анимированная подложка или всплывающее окно. В скором времени планируется запуск новых разделов «Недвижимость» и «Эксперты онлайн», которые будут интересны как для посетителей портала, так и для владельцев фирмы.